Оскорбление, ублюдок, я забыл. Оскорбление, не уезжает, а? Нет, почему? Они сразу все слышат, на стриме все есть. Умрёшь. Махнашка, махнашка, садись за руку. Махнашка. Вот это где там? Иду. Просто им кричали, бегите все с респа, понимаешь, вот они убежали. А я, короче, понимал, что, понимаешь. Ты меня запугал, стоял меня тычка в тычку. Мне из этого оружия в жопу залезло. А, ну окей. Оружие в жопу. Так у меня граната катался в руке, а я хотел ему голову стрельнуть. А, пилот гранаты, пришлось кидать. А я не успел убежать. Там люди бегают под забором, свои или нет? Нет. Ну, а ребят, у нас снайпер есть. Может, он их снимет, там человек вот прям под забором бежит. С востока. Сейчас пока там куда ты ушел? Вдоль забора еще? С севера бежал вдоль забора. Спидран, ты можешь мне это сказать? А может, ты придешь на шепот? Можно и на шепот. Давайте все должны поставить метки на себя, даже приметные, хотя бы какие-нибудь. Кстати, у них какие-то новые... Паша, там где у них новые бойцы какие-то непонятные, да, есть? Не знаю. Ну там где у них какие-то, короче, чуваки похожи на нас, в зеленом эти... Че-то КЗ или какое-то число. Я за спитером бежал и потерял его, как так? Гений маскировки. Метку дал. А нам надо типа вот эту усадьбу заходить большую или что? Ну, почти заходим. Блин, сядь, например. Да я понял, а лучше бы ты сел бы за штурвал. Я выталкиваю. Вообще, выходим? Я не знаю, куда... Не, ну я так не там. Вообще дальше надо ехать. Спидер, ты в усадьбу уже поднимаешься, нет? Нет. Я сейчас его там, где враги уже могут быть. Пацаны, на стрельбу бежим. Это я стреляю, там за камнем парень терся. Стреляй! Там стреляй, парень, он там сидит? Я он еще сидит там? Возможно, одного... А по мне бьете, ё-моё, вы охренели что? А, так я спрашивал, кто к усадьбу поднимается, никто не ответил. Стреляй по нему. Почти ПЗ убил, оттишка. Попасть не можешь даже по ПЗ. О, снайпер не сходит. Оттишка тебе, так, гарантия. А вам по-моему делать. Да. Чуть левее устать. В кустах где-то. Сейчас найду его. Могу транс встать. Подожди, я иду справа от тебя, от того камня, точнее слева выше. Так. Вы дома чекали на юге? Дома на юге чекали или нет? Нет. Походу нет. Будем, нет? Нет. Нет. В Балаха верите? Да. Есть кто на территории усадьбы? Я подбегаю потихоньку. Я уже почти вхожу. Почти входишь, это прелюдии сейчас были. Нет, куда? Я бы с удовольствием посмотрел, но я поле. Горится один в поле воин. Один в поле гранаты. Не, я вижу его. Он ушел, да. Я иду к нему. Камни чекали, нет? Простреливая зеленку. Кто-то поднимает. Что-то меня так чуть не убило. А, метка на ПЗ, почему я не вижу? ПЗ, какой чат ты поставил метку? Вообще. У меня метка пишет, типа, никнейм, тру вообще, ну вот. Опять мне метки понадобятся. Я ПЗ нашел. Живого или не очень? Живого. Он практически на меня наступил. Второй там стреляет, кто там стреляет? Он разминировал, спасибо, друг. Ты разминировал меня. Мы, будем всегда мы тебя будем помнить. За что такой живой сегодня? В смысле? Мы выкидываем, считаем теперь. Поклоняемся картошке, свечки ставим, все такое. Картошка мертв. Картошка мертв. Следующий. Снайпер, снайпер, не
наш. Ой, ваша мина здесь была, да? Да. Ну смотри, если она была здесь. Читерский какой-то. Отбегаю с югом. О, я посмотрел на него. А я перепал. Снайпер? Убил нас? Там что, парень? Это вообще стрибл или враг? Что? Блин, они кусты, эти кусты грёбаные, я вижу кусты, понимаешь, что с ним такое? Что мне его убили? Александр, я не знаю, не отвечаете. А кто убил? Сделайте, чтобы талибаны были, а кто где? Вот кто такой? Вот он же вообще какой-то подозрительный. Кого нужно убить? Хорошо, лежим. Ворона нужно убить? Нет, ворон. Картошка. Опять кочега, что ли, за тем камнем сидит? Видно, опять кочега за тем. А, ну это Карыч был кустом, ясно. Так, ладно, я потом вот, ну... Блин. Нет, кто из них, когда надо так понять? Меня как-то с одной пулей убили, я даже не понял, что это было. Это Карыч с глушаком ходит. А, сзади нас убил? Ну да, сбоку. Я даже эти камни не знаю. Теперь буду сложнее, посмотрел на них никогда. Здесь ходить неудобно, там нет входа. А так, в принципе, да. Благополучно сдох. Все. Кто там с кем воюет, не понимаю. Саша, ты тоже сдох? Кому вообще? Почему стреляли? Не знаю. Жир, ну, чистом поле, молодец. Махнул там тоже ползать для тебя тогда. В общем, благополучно сдохли. А, 3 человека осталось. Картошка разминировал. Питер, это тоже что? Тебя кто снял-то? Каркарыч. Друг. Да. Друг друга. Кто? Да, Каркарыч, пожалуйста. Паша, это самое. Забань Джордана. За цвет? Нет. За то, что он не забрал меня с базы. На прошлой миске. Бывает. Ну помнишь, что я орал? Я орал. Да, да. У него место было там. В транспорте. Он торопился сгореть. Иванчик тоже смотрел. Понятно. Поле, Иванчик его не увидел. Ну ладно, я так. Еще две пули с водой лежит. Не надо. Есть. Иванчик ранен. Пусть живут. Что он? Он валяет, уже долго раненый. У него уже 3 пули прилетело в Иванчика. И он же... Или это не Иванчик был? Нет, тут Иванчик. Лежит. Это был Ворон был. Ворон еще. А Ворон лежит. Кого нужно убить? Я вообще под горкой был, меня как-то достали 2 раза. Только перевязался, меня застали. Скорее всего, Darkness. Darkness. Спокойно, мы с тобой. Я уж отполз под горкой. Добили просто. И все. Ах, ну, блядь. На кой мой труп дергался?
И что? Не попал. Вы там все на одной помните сиди, что ли, взорвались? Нет, там как-то нет, конечно, не получится. Четыре. Кто Джордана сейчас убил? Откуда? Хрен знает. Опять какие-то читы у них нелегальные. Я там парня вообще подцепил за краешек. Это Ворон был. Джордан! Но. Ты у меня в минусе, падла. Почему, почему не приехал на базу, не забрал меня с базы? У меня места не было. У тебя было место. Да, не было. А, не было, ну ладно. Ну, в книжечку записал. У Паши было место, я тебе отвечаю. Крестик поставил тогда, ладно. У Паши не было места, у нас был А меня, походу, Каркарыч убил, вот. Точнее, смотрите на розовое образование. Зараза, я его не видел. Какой, где? Взлетной полосы. Ангар. А сколько убил народу? Вот кто там был с РПК вдалеке у камней? Он жив еще? Ну это вот. Darkness. Или нет? А ты кочегаром бегает. А. Я одного ворона убил. Хотя попадал пацанам в голову.